Всем привет, друзья, с вами Неломок, мы начинаем играть в игру «Как достать соседа». Эта игра на ютубе, вообще в интернете, получила в последнее время название «Как привет, сосед 2D». Ну, давайте же начнем в нее играть и давайте же договоримся с вами так. Кто хочет попасть в видеоролик следующей этой серии игры про соседа, про как достать соседа, пишите свои комментарии под видеороликом и я их добавлю в следующий выпуск. Но напишите что-нибудь такое, что мол, я хочу попасть в игру «Как достать соседа». Или что-то в этом роде напишите, я уже сориентируюсь. Создам под видеороликом плейлист, и вы сможете себе спокойненько, если вдруг кто-то захочет посмотреть все серии про эту игру, вы сможете зайти и посмотреть сразу все серии. Так, мы прошли первый обучающий уровень и двигаемся дальше. Возьмите себе что-нибудь вкусненькое, нажмите на паузу, сбегайте на кухню, печеньки, чай. Вот смотрите, я как поэтому по традиции пью с вами вместе чай за ваше здоровье. Так, нам нужно теперь ему напакостить цветы ему. Взять бусинки. Просят нас, чтобы мы взяли бусинки. Сверху ничего не читаю. Читать для слабаков, мы сами разберемся. Так, что нам нужно сделать? Бусинки мы взяли. Щелкните левую кнопку, чтоб по фломастеру появится желтая подсветка. Теперь разрисуйте фломастером. Фломастером картину. Его маму сейчас разрисуем. Так, все, теперь спускаемся вниз. И что делаем? Что делаем? Вниз, чтобы сосед вступил в игру. Вот он спускается вниз. Вступает в игру. Моя игра. Он такой злится. Что ты разукрасил мое окно? Не ломоп, негодяй. Шалун. Шалун, не ломоп, шалун. Что теперь? Раскидайте стеклянные шарики на полу в комнате Б. Идем в комнату Б, поднимаемся в комнату Б. Нам нужно здесь разбросать шарики. Я так подозреваю, что он этих шариков сейчас подскользнется. Ой-ой-ой, сейчас меня словит, убегай. Он меня поймал, скачет по мне, как будто я какой-то матрас, что ли. Сосед, ты издеваешься, не прыгай по мне. Переснять 50%. Что это такое? Что такое? Почему так? Не должно быть. Забираем, смотрим цветы, бахаем чайку еще немножечко. Какой аромат! Ну, не у чая, а у цветов. Берем бусинки, берем, обязательно их берем. И бежим быстренько наверх. Теперь снова за вторая попытка. Просто я немножко отвлекся со своей болтовней. Я отвлекся и поэтому не успел подняться на второй этаж комнату Б, чтобы рассыпать ему бусинки. Но сейчас я такого уже не допущу. Сейчас я все уже учел. Вот он идет. А его портрет мамы родной разукрашен. Он... Злится такой, злится. Ну ничего страшного, сосед, такое бывает, это жизнь. Сейчас мы тебе еще буст насыпем, ты вообще офигеешь. Смотрите. Топ-т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 оп. И быстренько сматываемся вниз, потому что он уже идет. Так, и прячемся где-то на... Вот-вот-вот он идет на бусы, становится, подскальзывается. И упал такой. И спина у него хрустнула. И язык какой у него красный, длиннющий. И что получается? Мы прошли второй уровень. Следующий уровень. Начинаем. Так, тут уже какая-то собачка будет. Давайте же посмотрим, что там будет с собачкой. Итак, собачка. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Собачка, в следующих сериях вам встретятся звери-соседы. Если животные поднимают шум, сосед понимает, в чем дело. О-о-о! Что делаем? Шарики нам нужно похитить? Нет. Шкаф. А что мне нужно теперь сделать? Как мне нужно? Что мне сделать? Могу тут закрыто. В шкаф спрятаться нужно. Не заметил. Поднял шум. Мимо него на цыпочках. Ага! Тут все закрыто. Стоять. Чтобы пес не заметил Вовчика и не поднял шум, будем красться мимо него на цыпочках. А давайте Вовчику команды правой клавиши мыши вместо левой. Я хожу. По щелчку правой клавиши в точке. Предмет Вовчик начнет краситься к нужному направлению и бесшумно подстроит пакость. Чтобы подстроить первую тихую пакость, не забудьте извлечь из комода стеклянные шарики. О, вот они шарики забрали. Ну, дальше что? А, теперь можем наверх. Опа, зашли. Вот так.
и тихонько на цепочках рассыпываем шарики. Так, тихонечко только, тихонечко. Рассыпали и спускаемся вниз, только аккуратно и тихонько, чтобы сосед нас не словил. Все, мы можем, в принципе, сосед вот-вот придет через комнату С, где стоит Вовчик. А нам нужно спрятаться в шкафу. Вот я и спрятался. Так, шоу начинается! Давайте, вот сосед топает. Топ-топ-топ. Такой у него пузяка, тузяка. Такой отъел пузяка. Так. Опа! Поскользнулся и на спину грохнулся! Такой, все, мы прошли третий уровень. Так, двигаемся дальше. Вперед! Итак, сезон первый открываем. Вперед! Ту-ту-рум-пум! Пурум-пурум-пум-пум! Пум-пум-пум! Пурум-пум-пум-пум-пурум-пум! Так, что у нас значит, надо бусы забрать? Смотрим, ух ты, туалет у нас появился, хорошо, я этот помню, уровень помню. Бежим в туалет сразу на разведочку, на разведочку, на разведочку. О, берем медикаменты, есть? Есть, что мы здесь? Клей. Что здесь? Туалетная бумага. Ничего нет в туалетной бумаге, куда он пошел? Давайте ему поставим, сколько пакостей надо сделать? 4 пакости, да? Антенну ему перекрутим, можно? Куда он пошел? Смотрит в окно, мы должны бинокль приклеить, так, теперь... Вторая пакость. Ой, быстро, беги. Сматывайся. Ой, сейчас я что-то не то сделал. Мы поднимаемся наверх. Что здесь? Холодильник. Клеем. Сейчас мы быстренько замажем им вот это дело. Это уже две пакости. Яйцо, да? Получим яйцо. Яйцо в микроволновку. Микроволновку. Бежим только быстро. А нам нужно было ему прицепить... Но у него пик... Ну, немножко мы не справились. Но ничего страшного. То есть не совсем так, ну, как нужно мы сделали. Нужно было сразу две пакости вот здесь сделать. Перемотать антенну. И... Ну и так здесь хорошо. Ничего страшного. Ставим сюда эту штуковину. И можем еще раз телевизор ему перекрутить на всякий пожар. Вот, все. Теперь убегаем, убегаем. Он смотрит. О, приклеилась. За кем-то подглядывал 100%. Шалун сосед, он там... Ох, извращенец старый, пузатый. Смотрите, в розовых тапочках. Это ужас, ужас. Все, он сейчас увидит свой... Где он? Вот его злость, видите, падает. Ему осталась одна... Он сейчас снова будет злиться? Или не будет уже злиться? Будет? О, сейчас снова будет злиться. О, напукал. А, я его подставил. 4 из 4, 94% мы, 97% мы уровня прошли. То есть, потому что у нас не было постоянно его злости. Но все равно неплохо. Окей, идем дальше. Следующий уровень. Что у нас здесь ждет, я даже не подозреваю. Наверное, что-то интересненькое. Так. Так, у нас снова туалет. Шарики есть, я наблюдаю, шарики есть. Давайте продумаем. Нам нужно сейчас ему 6 целых шпилу. Мы можем ему стул, наверное, кресло подпилить. Так, что у нас тут? Так, сразу забираем таблетки. Что он пьет? Ага, он пьет это. Туалетную бумагу в туалет могу засунуть? Могу засунуть. Что еще здесь можно? Больше ничего. Лезем наверх. Быстро. А где его пиво свое? А вон на столе пиво. Хорошо. Кресло подпилить можем? Можем подпилить. Ай! Он очень долго пилит. О, меня поймал! Значит, надо пилить первую... Нет, или телевизор ему подстроить сначала. Нет, сначала нужно ловушки устроить ему на кухне. Он пока будет там отвлекаться. Я сделаю две ловушки на этом, возле телевизора. Точно, так и сделаем сейчас. Так, что здесь? Таблетки, да? А, пила, хорошо. Здесь мы таблетки сейчас возьмем. И туалетную бумагу получается. Так, отлично. И туалетной бумагой мы можем, по-моему, сразу засорить ему унитаз. Да, он придет сюда, когда мы ему подсыпем сейчас в таблетки. Ой, таблетки эти подсыпем, это пурген, знаете, проносное, когда их кто-то съест, потом в туалет сразу хочет писать, какать, и все, ему тошнит. Вот, он пивчик себе взял и ушел. Вот, а мы, пока он пойдет, значит, мы тут сейчас ему тут нашалим. Раз, и яичко сейчас ему подсыпем.
Яичко, яичко, яичко. Ему не подсыпем, а поставим микроволновку. То есть он здесь сейчас отвлечется, очень сильно отвлечется. Отвлечется очень сильно. А пока он будет отвлекаться, мы успеем телевизор ему, этот самый, телевизор ему подкрутить и подпилить ножку. Вот так сейчас и сделаем. Так, идем сюда. Вот, это очень долго ножку пилить. Вот. А, кто мне яйцо засунул в микроволновку и взорвал там его? Ух, негодяй. Вот. Вот сейчас он выпьет пиво, побежит, скорее всего, через низ в туалет. А там у него все закакано и забитый унитаз. Смотрите, туалетной бумагой. Что? Ой, я ошибся. Я ошибся, получается. Моя ошибка заключилась в том, что он на месте пива не пил. Значит, неправильно. Что же такое? Мне не получается пройти уровень. Я хочу просто, знаете, пройти идеально, а у меня идеально не получается. Ну, ничего страшного. Давайте сделаем попытку номер 3. Значит, надо подумать. Значит, взяли пилу. Теперь берем туалетную бумагу, берем таблетки. Хорошо. Туалетную бумагу сразу в унитаз ему суем. Отлично. Вот. Теперь он идет сюда. Мы можем подкрутить телевизор, попробовать пока что. Ну, или не стоит. Не стоит. Не будем рисковать. Вот он возвращается обратно, а мы уже себе бежим сюда. Бежим. Туалет ему засорили. Отлично. Вот мы в пиво ему сейчас засунем пургена. Этих таблетки, от которого у него понос начнется. А потом берем яйцо. И яичко суем в микроволновку. Отлично. Вот сейчас он идет сюда. Получается, берет пиво, возвращается смотреть телевизор. А я прячусь тем временем в шкафу. Точно, в шкафу. Пока он пойдет какать, я должен успеть. Так. Вот, я тут сейчас ему телевизор испоганю. Я придумал, телевизор испоганю. Вот, теперь я спрячусь, пойду спрячусь в шкафу. Он будет злой. Вот, видите, у него уровень злости, у него красненькая эта шкала. Не должна упасть до того... Он должен быть постоянно злой. Постоянно должен быть злой. То есть такой... Вот. Но он пиво взял. Пиво взял, правильно? Сейчас он попьет пиво, побежит в туалет, а у него тут все забито, и он не сможет в туалет сходить. Вот он, пивчик себе взял, сербает. Я хочу какать! Его просто рыгать потянуло, он хочет рыгать, правильно. Бежим быстренько, пока он пошел рыгать, я бегу ему портить кресло, вот. Кресло, он тут сейчас, у него забитый унитаз, он даже не подозревает. Сейчас он будет его чистить будет. А я тем временем быстренько успею, по-любому должен успеть спрятаться в следующую комнату, вот туда. Да, он идет, он за пивом идет. То есть теперь надо было пиво ему, теперь надо было микроволновку в конце ему, наверное, запулить. Видите, ошибка моя. Значит, микроволновку надо было оставлять напоследок, на самый конец. Вот сейчас нужно было микроволновку. Ну все, ну хотя бы столько. На столько процентов тоже неплохо мы прошли, в принципе. Я думаю, что вам эта игра нравится. А если это так, то вы ставьте лайк, пишите свои комментарии, что хотите попасть в следующий видеоролик про эту игру. Я постараюсь не забыть добавить все ваши комментарии. В принципе, мы пока что будем завершать. Завершать будем этот уровень, эту игру. До скорой встречи, друзья. Лайк, подписка, комментарий, и все будет хорошо. До скорой встречи, ваш Неломоб. Пока-пока.